Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения Endless Space 2 за Единую Империю на последнем уровне сложности. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к видео, в правом верхнем углу появлялась. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Итак, у меня война с Люмерис. С сифончиками я замирился вот с этими синенькими. Я ими потом займусь как-нибудь. Вам надо с Люмерис разобраться. И у них тут вон исследовательский бегемот. Подождите. Накалимы хотят союз. Я, пожалуй, откажусь. Накалимы как какие-то странные, они какие-то мелкие, честно говоря. То есть, и более того, они, я так понимаю, с Горацио тут столкновение. Мне не хочется, что из Горацио пульт портить отношения. Так, тут я, по-моему, вынес один бегемот экономический. Это новый какой-то летит, еще летит, он не прилетел. Потом будем атаковать. И тут у меня летят уже высаживаться на Оейру. Дальше открываем низкотемпературное исследование. Там у нас будут новые феномены. Мы сможем исследовать. Очередь у меня тут стоит хорошая. Ничего не могу сказать. Так. Это чмо развернулось, обратно летит. Ну, давайте тогда тут его встретим. Следующим ходом у меня бегемот появится. Прикольно, тут какой-то демаскированный зонд находится, который передает данные пору теней. А давайте пока сюда полетим. Ну, тут стоим-то просто, пока ничего не делаем. Так, у меня произошла в прошлой серии какая-то, блин, теократическая революция. Пришли к вас какие-то религиозные фанатики абсолютно неожиданно для меня. И только через 9 ходов я могу что-то поменять. Через 7 ходов уже. Через 7 ходов выбор, и через 7 ходов могу... Новый, ну это какая-то подстава. И, в общем-то, из-за этого у меня снизилось одобрение, конечно. Чем мрак, особенно, он, видите, на графике аж 16%, это минус 30% к идее и к культуре. Здесь вот я провожу пропаганду церковную, чтобы хоть... Какой-то плюс, по счастью, был. Не знаю. А, видите, бегемоты на этой орбите дают. Надо этого бегемота убирать, ведь он плюс 20 как клеткам. Вообще вот весы, ну это самое главное, конечно, у них система. Постепенно надо к ней подбираться. А Эйру захватим, полетим Имикс захватывать, а там уже и весы. Так, дополнительно... Дополнительную операцию по взлому можно проводить. Диапазон обзора. Да, ну тут ничего не сделать уже дополнительно, ладно.
На паде находится. В паде у нас какая поддержка? Да, надо. Надо поддержку везде прокачивать. Мизари. Так, что тут еще можно взять? Уровень счастья в 7-м значении экстаз. Сразу. В принципе, как раз можно взять, да. Для основной системы это очень круто. Все, тут у нас экстаз, отлично. В моих главных системах экстаз, то есть это бонус к производству всего и вся. Да, новые. Новые не появились эти. Исследовать. Так, бегемотик построился. Блин, тварь сюда прилетела. Ну, давайте мы ее тут и словим. Блин, отступит сейчас же. Гаденыш. А нет. Убился. Так. Теперь нам надо в Джаггернаут превратить этот военный корабль, что мы и делаем. Линкоры сюда отправляем. Больше бегемотов пока невозможно сделать, так? Дали древние придомные драгоценности. Вообще можно посмотреть, как там стоят всякие эти ресурсы, может что и прикупить. Он самый дешевый. Протоорхидея. Ну почему нет? Багровая спит. Протоорхидея, видите, будет давать 4 денег. Ну, все остальное дорогое. То есть, в принципе, для 4 уровня апгрейда эдемский аромат можно использовать. Васильки можно еще использовать. А протоорхидею накупить, например. Это всего по 100 надо будет. Может сделать? Хорошо, сколько я могу протоорхидеи этой купить? Например, если соточку, то это 800 будет, так? 7300? 8350, цена 8100. То есть... Как это 8 умножить на 100 равно 7300? Это что за математика такая интересная? 8 умножить на 10, 102. А, ну тут с каждой покупкой типа дороже будет становиться. Ладно. Ух ты, пиратов нашел. Ничего себе. Кстати, еще есть пираты. Давайте теперь с этими пиратами попробуем подружиться. Я буду их натравливать на моих. Минус 5 науки на каждую систему, то есть минус 50 науки всего лишь на 10 ходов, я думаю, что нормально. Ради техи какой-то. What you need this time, huh? А
Блин, не знаю, не хочется мне им 5000 давать. Как-то дофига. Так, ну тут автоматический бой с экономическим бегемотом, чтобы он не давал бонус системе. Такой огромный. Ты отступил. Ладно. Так, тут все еще летят. Тут я еще не высаживаюсь. Преобразует одного жителя в 500 монет. Нет, пожалуй, такое мы не будем использовать. Тут пропаганда не нужна. Так, квартира торговой компании находится. Наверное, можно увеличить стоимость солнечной системы. Уже по 8 ходов в саванну, например. Не, давайте пока не буду терраформировать с аномалиями. О, плюс 5 с аномалиями. У нас тут аж все планеты с аномалиями. Тут нормально науки пойдет. Дополнительно. Давайте, давайте. Планета плодородная, умеренная. Нет, таких одна только есть. Горячая и стерильная. Две планеты. В принципе, можно производство поднять. Да. Подстава со счастьем. Тотальная подстава. Так, вот тут у нас культура сейчас откроется, я надеюсь. Надо будет построить. Эти вот тут деревьев тоже никакие. Очень неплохие ресурсы. Итак, плюс 2 культуры на планете, где экстаз от жителя, вряд ли. Вот чрезмерная канализация, все хочу сказать. И открыто правительство империя. Так, враждебная программа отслеживания, пофигу. Совместное конкурентное задание. Вы обречены жить в интересные времена. Руководители Академии, кто следует за ними или доверяет ему, решил перейти к заключительной фазе своего плана. Так. Найти и занять орбиту большинства магнитных систем. Лучше... Давайте лучше защищать. Я не уверен, что я вообще смогу это сделать. Так, Джаггернаут готов. Во-первых, смотрим, что тут увеличился порог, да. Соответственно, повысилось одобрение в многих системах, потому что перестала быть перенаселенность. Во-вторых, давайте глянем, что за новое правительство империи. Опять же, я не могу пока сейчас принять. Вот и где эта империя? Что это за новое правительство открылось? Вот, правительство империя разблокирует возможность смены типов правительства. Или это имеется в виду, что я прямо сейчас могу сменить, нет? Нет, 5 ходов. А где это? Демократия, федерация, республика. Все, нету никакого другого.
Да. О, 15% производства. Тем более в Янусе там дофига производства. Так, что в паде? В джунгли может терраформировать. Или в планету земного типа. Семь ходов. Ладно. Не буду пока трогать. Так. Это микроволновые трубки. Хочу здесь поставить. И еще могу. Тогда давайте в героине, наверное. Так, ну что, я наконец-то долечу, чтобы высадиться. Семьдесят, 23, 15. А, тут одинаково абсолютно. Ну, вот это уже больше похоже на то, что мы сможем захватить. Хрена себе, а что так больно-то? Блин, надо как-то еще прокачать, видимо. Не знаю, танки, наверное. Да. Какой-то бы он же вроде отступал, или он не этим отступал? Что-то странно, какие-то он включены щиты. Так, Джиггернаут выдвигается. Мы стоим. Ладно, заканчиваем ход. Тяжело эти люмерисы берутся, ё-моё. Тут сафоны вон летают. Хорошо всё-таки, что я с ними перемирие заключил. Интересно, а могли у меня вот этот теократический переворот соперники устроить? Так, культурка.
и одобрение. Ну. Можно найти магниты. Ага, вот я в команде, которая защищает магнитные орбиты. Ну, как бы показывает, что у меня более большая армия. Упреждающая атака. Я как бы не хочу беречь, честно говоря, планету. Но понеслась. О, уже ничья. Так, уже поприятнее. Немножко танки улучшили. Сразу более-менее стало. Ну, 10% культуры давайте возьмем. Здесь, наверное, на производство. Так, на Янусе экстаз. Где у нас здесь, значит? Тут здание на культуру. Ну, вот это нам не надо, потому что тут просто экстаз. Надо вот этот культурный центр построить. Следующим. Так. В Ментаке стопудово нужны вот эти колониальные права. Дальше в Героине. Во плоти. В Медведице. В Графиасе я вообще бы купил, честно говоря. Ну, хотя тут за уровень всего, что будет плюс 10 только. Вообще не фонтан. Чё, модернизируем до третьей или лучше попробовать? Не, надо, наверное, до третьей модернизировать. 13 жителей. Так, сделаю. Ну, еще 1200. Отлично. А что тут у нас тут стоит вот это? Какая-то, судя по всему, то ли квестовая его. Какой-то юнит, то ли еще. Так, линкор. Давайте, наверное, подождем здесь, соединимся с Джаггернаутом. Так, окей, заканчиваем. Ну, Ойеру выглядит так, что я все-таки захвачу. Никуда она от меня не денется. А там и до Имикса доберемся. В одной из ваших колоний появился религиозный культ. Ну, я, конечно, на научную хочу.
эти каким-то образом религиозники переворот совершили. Так, перемирие у нас закончилось с афончиками, теперь холодная война. И... Победа. Следующим ходом, по идее, мы захватываем эту планету. Надо не забывать... Вот, видите, опять же хреновый интерфейс. Я уже один раз не заключил мир, и оказалось, что я заключаю мир с Люмерис, поэтому нету смысла. Вот почему не показываешь, что она в союзе с Люмерис, например? Мне надо это смотреть обязательно. Так, этих ребят объединяем, и они вместе дружно в Лиру полетят. Что-то некуда лететь. Так, тут все исследовано. Давайте сюда одну отправим. Вот эту. Отсюда еще поотправляем. Спутники. Так, сейчас открою культурное наследие. И дальше будет мега-риск контролинг на производство. Потом надо будет что-нибудь на науку открыть. Ну, вот это джаггернауты... Я бы лучше что-нибудь на науку открыл. Бонус движения в варпе. Это на взлом. Тут антиматерия. Ну, антиматерия. Слушайте, антиматерия меня нормально уже валит, да? Я думаю, что плюс 25% к науке это неплохая... неплохой бонус будет. Давайте так. Сделаем. Тем более в моей главной системе. Там я вообще очень нехило так наваливаю. Уже денег капает дофига и культура. Я, в принципе, могу всякое покупать. Так, одобрение. 25 антиматерии, но 25 одобрения. Плюс одна система, занятая до проявления довольства расширением на империю. И плюс 4. Так, ну что, захватываем. Да, блин, один танк у них остался, прикиньте. In the opinion of the church, your actions are the... Так, что тут у нас прилетело? Еще 900 монет. Еще, водяны, вот вы кого не встретили, да? Водяны, Сафоны и Хиша в одном альянсе стали. Клика черной туманности. Радушная нота. Это вот эти, которые ковчегом летают. Одиночные водяны. Ну, нет. Не хочу. Не знаю, я хочу попробовать вот в одиночку как бы тут всех загнобить. По-моему, это может быть прикольно. Так. Еще увеличилось, видите, 15 систем. Потому что как раз я Люмерис очень даже радостно переварю. Ну, тут и так экстаз, в принципе, тут ничего. Плюс 25% к деньгам. Ну,
Ну, кстати, можно построить. Стратегические ресурсы нет. Так, давайте вот это плюс 25% к деньгам здесь построим. О, здесь экстаз, вот эту фигню можно убирать, слава богу. Умеренная. Ну, вот это можно построить, да. Хотя тут всего два жителя, нет, наверное... Видите, это на Майле только работает, то есть на этих двух жителей только будет работать смысл. Нету смысла абсолютно. И это тоже с аномалиями. На плодородную умеренную. Вот это... Ну, 6 ходов на уровень системы 2. Ну, с другой стороны, дофига мне сейчас деньги особо и не нужны, да? Я бы науку делал. То есть мне надо счастье и наука. Шесть ходов. Филиал торговой компании. Давайте вот филиал торговой компании здесь забахаем. Его нету. И вот эти колониальные права. А где у нас еще нету филиала? И сколько я вообще могу еще филиалов построить? Еще один. То есть один я начал строить. И нету филиала на оплоте предателя, например. И в Медведице. Я бы в Медведице построил. А, кому-то нельзя. Хорошо, во плоти предателя. И тут что-то нету филиала. Ладно, нифига себе. А как он сюда пролетел? Ну, вот эти какие-то возникновения, хрен знает откуда, меня так раздражает. Мне надо тут уже добить Аэйру. И я полечу, видимо, обратно тогда. Какая тут сила этого флота? Ну, тут сплошные корветы, кстати. 5000 атака, 13000 защита. Ну, конечно, разнесу в хламину. Просто в хламину. Если я доберусь до него. Вообще, наверное, я могу и так уже лететь. Нет? Нет, наверное, не могу. Ну, я думаю, что вполне может начать высаживать юниты в брации. Ну, у меня вообще один ход летит. Отсюда. Не знаю, что это за, блин, появление в тылу. Вот это вообще, конечно, раздражает. Ну, вот это мне, наверное, выгоднее. Но я тут, походу, захватываю этим ходом, наконец-то. Ей. Уничтожьте все пиратские флотилии, что за рой саранчи. Так, что-то кто-то... Так, ну, я захват оккупирую, конечно. То есть, видите, тут три варианта. Вы можете оккупировать. Либо просто разграбить. Но это ход, мягко говоря. И просто уничтожить. Ну, я оккупирую.
Ну, и она пока сейчас тут есть штрафы в плане развития, потому что они как бы оккупированы считаются. Нет, достали вы меня в альянс звать? Не хочу. Так, плюс население на стерильное. Вот нафига это компьютер строит, если тут нету... Нет, одна есть. Одна всего лишь стерильная планета. Ну, такое... Так, теперь мы летим вот с этими ребятами разбираться. Сейчас кто-то ататат по своей маленькой люмерской попке получит. Куда он делся? Что за прикол? Я нажал на пас, и просто флот куда-то делся. Вот он. Что за игра в прятки? Ну, тут я думаю, сейчас мы его разнесем. Да, а он отступил. Ну и отлично. Интересно, куда? Блин, опять мне там в меня деревья что-то запускают. Какую-то фигню. Блин, кого-то меня пропустил. Еще у кого-то уровень. Блин, у Ленка уже 16 уровень. Он там, конечно, такой бонус по производству валит. Ну, это вот на корабли. Мне это не надо. Это тоже на... корабли. Ну, вот эту можно на деньги еще ему. А, нет, вот давайте на производство еще. Ему сделаем. Так, культурный центр, один ход. Паде трехмерная печать. Давайте экзотически. Это быстрее просто пополняется войска. Я бы тут, наверное, высадился уже. Или этим подлететь. Лира, мне кажется, проще должна захватиться. Я тут высажусь. А, 31.10. Не. Не, пока нет тогда. Так, когда у нас выборы? Лидируют религиозники. Но я очень хотел бы, чтобы научники победили. И следующим ходом, да? И следующим ходом, собственно, и мы и правительство сможем поменять. Да, конечно, это подстава все еще, я считаю. Компьютеры, ну что, никаких систем не открылось. А тогда мы, наверное, вот этим полетим вот сюда. Вот меня очень интересует, куда флот отсюда отступил. Мне кажется, он мог отступить только вот сюда. Поэтому я бы сюда и полетел за ним. Ловить наркомана. Ну это мой... Мне, кстати, тут флот не ставит. Просто не хочу, чтобы таракан где-то тут ползал постоянно. Где вот эти пиратские... Ну они по всей галактике должны быть, так? Эти пиратские флотилии. У меня в системах вообще я не вижу. Так. Плюс 40%. Я бы вот это построил, конечно. У меня сразу 10 люмерис, как бы захватив планету, сразу бонус получаю. Так.
Так, ну давайте глянем. Ух ты, блокада торговли. Да блин, откуда они там появляются, я не понимаю. Достали. Ух ты, это я первым завладеть 14 аномалиями в своей... Круто. Плюс 5 за научные здания на империю. Офигеть. Ну это здание надо построить, конечно. Но это офигительная штука. Так, это дополнительный модуль можно ставить. А, вот я как раз захватил Эйру и, считайте, выполнил задание наконец-то. Так это я тоже выполнил. Так. Значит, институт. Плюс 40%. Я так понимаю, что я его могу не только в столице делать. Давайте глянем, где у меня больше всего науки. На Янусе еще надо поставить институт. Эти 25 анти... Ну и пока у меня антиматерия закончилась. Так, а вот это здание на золото. Или это не на золото, это просто... Нет, вот оно. Нет, не оно. Это такое ощущение, что просто сейчас вот работает теперь на всю империю. Слушайте, они тут так и остались, я смотрю. Странно, конечно. Ну, сейчас он точно потеряет все. Или опять отступит? Он, по идее, не может отступать. Или это какой-то новый флот прилетел опять? Чуть не пойму. Тоже отступил. Ну, теперь он точно сюда отступает, видите? О, Теркана стала... Клюмерис перешла, отлично. Я смогу ее захватить. Так, тут мы высаживаем... Ну, тут у меня, конечно, поменьше будет. Видите, 400 против 900. Но это столица Люмерис. Как бы я и не ожидаю, что я прям могу захватить. Тем не менее, высадим. Так, и этим джиггернаутом полетели сюда. Команда восстановителей вступила в систему Ригель. Галактика стала еще ближе к тому, чтобы измениться навсегда. Я не знаю, что это за событие, конечно, вот про Академию, к чему оно ведет. Наверное, бонусы какие-то даст. Убыль населения не удивлен. Так. 30% к производству. Ну, мне кажется, в героине вот это надо убирать. Уже 78, да. Это можно жить и без. Так. Саванна умеренная. И тут саванна умеренная. Мусонную планету 6 ходов. И оно... Большая... Она вообще ничего не добавит особо. Может еще этих тогда эскорта построить, чтобы планеты атаковать пока. О, я получил контроль над системой. Вот о чем я говорил, что я созвездие теперь контролирую и получаю плюс 15% к культуре еще. Так, на Ментаке у нас 72. Ага, тут антиматерии не хватает. Ну, лабу может. 25%. О, да, как раз счастье есть. Так, давайте Каране. У меня куча культуры. Я бы ее вложил вот в институт, например. И в терраформирование. Отлично. На счастье тут
не надо ничего строить, потому что у меня просто экстаз. Давайте еще экзотические так добавим. И рыночная стоимость системы, чтобы торговая компания. Так, и открыли следующую эпоху. Вот этот дополнительный инкубатор, я так понимаю, что он просто уже действует на всю империю. Пансионисты, патриоты, ксенолингвистика, грунтопевты, блин. Грунтопевты. Так, я могу наконец... Блин, слишком высоко. А! Я потратил только что культуру на ускорение. Ладно. Но я стану демократом. Так, я поддерживаю ученых. Не знаю, как религиозники так получили такую поддержку внезапную. Давай, давай. Ученые. Да, вроде побеждают. Угу. Наконец-то смогу вернуть нормальные законы. Вот, поэтому всяких отцов этих игуменов Сергиев, понимаете, вот приходят к власти, только мы шли к процветанию. Так, новый закон, да. Ну, тут мы проигрываем пока. Не особо я и планировал побеждать, конечно. В данном случае. You're making the Sophonity nervous. What are you up to? Ну, кстати, почему давайте ослабим давление от сафонов. За 3700 у меня денег тут дофига. Блин, и нету флота никакого. Я думал, сейчас добью этих ребят. О, вот Теркану мы захватим, слава богу. Даже без каких-то дополнительных следующим ходом Теркана наша. А, вот он куда прилетел. Вот сволота, блин. Так утомительный, ну. Такой же. Так. Сейчас надо вернуться, флот этот убить. К сожалению. Снимаем. Ну, это, кстати, у меня послабее будет Джиггернаут, но флот должен уничтожить, я так думаю. Да, он тут уже наполовину. Если он сейчас отступает, он просто теряет флот. Либо просто сейчас умирает от Джиггернаута. В общем, Люмерис я порабощаю. Очевидно. Какая ничья. Блин. Нифига себе. Ну ладно. Ничья. Так, могу в земного типа, могу в лесную. Давайте земного типа. Красота тут, конечно, у меня. 2К, 2К науки просто валит. 2К чисто с этой системы.
есть метасистема четверть всей науки дает. Так, плюс 20% за империю в состоянии войны, плюс 10% тут. Аннулирует эффекты отрицательных аномалий. Ну вот, кстати, это я бы открыл. Здесь что? С негативной аномалией, с подавленной аномалией. Плюс 40% на газовой. Быстрее корабли летают. Вспомогательный модуль. Тут орехалк нужен, но он даже не добывается. Так, три ячейка населения на газовой. И на лунной аномалии две ячейки. Ну, тоже прикольно. Я бы аномальную парадигму поставил следующую. Пока так. Так, законы надо новые принять, да. И пока не хватает культуры сменить правительство. Так, у нас научный оракул. Урон на оружейные модули. Блин, все какое-то. Мне на самом деле вот это ничего не интересно особо. Минус 10 стоимость улучшения на систему. Но это постройка. Ну, может и взять, действительно. Ладно, это приму. И это, кстати, оставлю, наверное. Я там не вижу других законов вменяемых. Так, ладно. Тут мы стоим. Тут мы стоим. Тут отправляем. Так, в паде что мы сделаем? Плюс 25% науки от счастья. Ну, тут не особо много и науки. А, давайте за уровень системы. Так, модернизирую. Больше мне пока васильков не хватает для еще. Ну, четвертый уровень я точно поставлю эдемский аромат, потому что он больше всего мне капает. А вот что дальше? Что тут всех по 100 надо. Даже по 125. А, потому что у меня закон ушел, который снимает часть за улучшение. Даже 125 потребуется, да. У меня столько ресурсов нету. И купить я их пока не могу. Я все его основные... Вот мне бы имикс еще... осадить. Так-то я почти все его основные системы. Оэйру я захватил просто. Теркана сейчас будет захвачена. О, для пульсосов. Да, пульсосы как-то медленно у меня тут расселяются.
Так, в Таркане я, очевидно, я ее захватываю просто. Так, Таркана оккупирована. Отлично. Нет, за два до Монтана. Хорошая попытка, но нет. Так, за месторождение ресурса роскоши. В принципе, две штуки есть. Кстати, а тут прото-орхидеи. Да вы охренели. Ну, да, я отклоняю. Я не хочу с ней мириться. Кстати, вот эти тарканы из прото-орхидеями — это хорошая штука. Так. Автоматизация на еду. Это мы убираем. Ставим лотерею. Какой уровень системы? Я что-то не пойму. Третий, нифига себе. Так, колониальные права тогда тоже ставим. И филиал торговой компании, кстати, можно поставить, чтобы как раз прото-орхидею накапливать. Хорошо. Так, тут я надеюсь, я уже уничтожу этот флот. Надоело, что он отступает. Понимаешь, это весь флот, который у Люмерис есть. Жалко, тут нету никакой демографии, что такая ничья. Да вы прикалываетесь. Надо полечу сюда. Восстанавливаться. Где-то я тут экской. Во, 5 штук сделал. Полетели. А, подождите, не открыл ли я новые? Нет, походу не открыл. Чтоб больше тут. Жаль. Больше народу можно было взять. Так. А что-то я за промышленную зону в Брации строю. Фигня какая-то. Плюс 40 денег. О, 3 производства. Да, вот это 3 производства за жителя мне больше нравится. На Ментаке тем более. Там дофига. Вот я захвачу
люмерисов, и как раз у меня дополнительные ресурсы появятся. И, возможно, до 4 уровня. Вот если вот эта орхидея будет хорошо капать, она капает 6 вход, вот ее, конечно, тоже классно использовать. 4 денег. Я ее даже прикупить могу. То есть вот для 4 уровня взять эдемский аромат, васильковую плесень и вот эту орхидею. И можно апгрейдиться. Да. А может, кстати, лучше пропаганду делать. 15% науки. Зачем мне деньги? Так, на медведице. Тропическая горячая. Стерильная горячая. В муссонную. Не хочу особо, честно говоря. Так, вот плюс 25%. Плодородная и холодная. Одна только тут холодная. Так, давайте кораблики построим. Один только ресурс роскоши. О, лунная аномалия. 50 науки и 50 денег. Ну, это, по-моему, только одна аномалия. Ну, с другой стороны, знаете, ничего так. Ничего, такая лунная аномалия будет. Знаете, судя по тому, что люмерисы религиозники, может, это они мне такой переворот устроили? Я вот думаю. О, открыл ачивку какую-то, судя по названию, это, по-моему, с торговыми компаниями связано. По-моему, я все торговые компании до 7 уровня прокачал. Ага. Ну нормально же, торговые компании 800 где-то дают. Слышь, откуда такая дерзкая? Какие-то гопники космические. Слышь, ты такой дерзкий, а? Империя Горацио увидела, как империя, превосходящий рефрен, выстрелила из уничтожителя в неизвестном направлении. Сходный узел хат P13. То есть где-то... Ну, это красные, по-моему, это хор теней. Я даже не знаю, кстати, я даже не знаю, где они. Ну, такие темно-красные. Где-то там, видимо, я так думаю. И они сейчас уничтожают планету. Обалдеть. Так, я надеюсь, что я этот флот уже добью, наконец. Ну, нету смысла мне даже ремонтировать, кажется. Можно вот напасть и после... Падение отремонтировать джиггернаут. У меня такое мощное падение, 31 тысяча. И все никак не могу уничтожить флот. Что за... Блин, все еще нет. И что, я не могу тут высадиться? Должна в осаде находиться, ну зашибись. Сейчас вот эти вот шары, вот это что это значит? Какая-то защита? Ну очевидно, что это какая-то защита. Так, давайте тогда этим джаггернаутом сюда полетим.
Так, что мы тут можем улучшить? Колониальные права. Плюс 5 за уровень системы. Эта пропаганда не работает. Что у нас уже новое? 30. Давайте вот так. А, так, я хочу сменить правительство на демократию. Два хода анархии. Ну, что поделать. Спасибо, блин, религиозным фанатикам. Это строится. Так, а здесь мы что поставим? Недовольство. Значит, что бесконечные супермаркеты точно нужны. Это построим. Следы наземного сражения. Опять какой-нибудь мародера дадут. Так, оставим филиал торговой компании. 1% бунт. То есть тут какое-то, через какое-то время этот бунт, он не сразу происходит. Тут какое-то время должно накопиться. Интересно, где эти пиратские вообще корабли, вот эти флотилии? А, ну вот, показывают. Они там летают, скорее больше у сафонов. А, наверное, заканчиваю ход. Может, кстати, усилить пехоту еще. Мне тут... А, рехалк нужен. Тогда можно авиацию усилить. 50-50. Антиматерию адамантан мне все-таки... Есть на что другое тратить. Так, подожду тут. Ой, блин, эти операции взлом уже достали, честно говоря. Они мне особо ничего не дают. А где столица сафонов? Вот, Фатия. Давайте в Фатию отправим. Следующим ходом, если тут не будет флота, я сюда полечу, осажу Лиру и высажусь. Я думаю, Лира тоже должна, по идее, быстро упасть. Плюс 10 денег на систему. Это типа плюс 120. Ну, в принципе.
О, плюс 20 поддержка и плюс 10 денег за 15 ходов. I assume this is another dishonorable proposal. Осторожные они стали. Блин. Когда я уже этот флот уничтожу? Надеюсь, это последняя битва. Летает как таракан, ничего не делает. Один линкор мне убил и все. Больше ничего сделать не в состоянии. Он уже прокачки 14-15. Ничья, говорит игра. Игра говорит, что ничья. Поставлю джиггернаут в центр. Победительная победа, никто не убит. Класс. Исследовательский бегемот. Ну, тут ему отступит. Хотя ему тут уже отступать особо некуда. Не знаю, что-то там происходит, какие-то события. Так, это у нас закончилось. И что я открыл? У нас, походу, ничего не открыл. Никакого 80%... шанса, что что-то открою, нифига. А видите, здесь не могу этих ученых поставить, потому что тут первенствует другая партия. Хоть и экстаз. Это все умеренные, плодородные. Все на один ход делается, видите, все на всех. У меня столько производства, что... культура... Да нет, не думаю. Ладно, поставлю это. О, а вот это у нас выглядит как захват столичной системы. Не сразу, но... Постепенно зажали. Люмерис. У нее тут куча, конечно, вот этих прото-орхидей. Это круто. Ну и эдемский аромат тоже мне не помешает никогда. Я не смогу на четвертый уровень уже системы переводить. Сейчас еще надо посмотреть, какие глобальные легендарные подвиги можно выполнить. 5 производств и месторождений стратегического ресурса на планете. Ну, в общем... На всех планетах, где есть месторождение стратегических ресурсов, это надо строить, но 2240 производства требуется. Долговато будет. Так,
Демократию поставили, слава богу. Захватываем Дория. Да какая ничья? Надоели. Так, что у нас в демократии? Законы нужны новые. Так, а почему у них доступны научные? То есть, когда мы поменяли демократию, следующим ходом будет, кстати... Ладно, давайте пока это поставлю. Следующим ходом будут выборы. Это... Ну, можно вместимость, кстати. И последнее... Странно. За деньги мозг не купишь, плюс 20% и минус 20 денег. А, здесь наоборот. Нет, тогда давайте этот акт сенатора Боба. У меня сейчас будет приличный минус денег, кстати. Нет, плюс 1000. Зато явно поддержка вообще. Везде экстаз просто. Просто везде. Вау. Класс. Так, я хотел... Легендарные подвиги глянуть, какие тут еще возможны. В научном все выполнено. В экономическом вот это. Станьте первым, кто построит чудесное клиринговое бюро. Это у меня чудо открыто, но нужно еще 60 антиматерии. Ладно, пока нет. В военной это выполнено. Станьте первым, кто захватит 7 звездных систем. О, вот это я выполню. Еще 2 системы осталось захватить. Отлично. Так, и вот это. Будьте первым, кто выкупит 3 системы с помощью конверсии влияния. Но это вряд ли я буду. У меня вот влияния тут не так уж много. Так, ну я думаю, тут победят ученые. На следующий ход. Ну, то есть плюс 10 за каждого жителя, по идее, должно быть. 3 хода. Тут, наверное, будет намного дольше. А, тут вообще нету стратегических ресурсов. Эту смысл строить вот здесь надо. А, тут уже 5 ходов будет. Ну тут где-то 5, когда вот эта микроволновая достроится. Тут всего один ресурс стратегический. Ну, наверное, все равно можно построить. Давайте. А вот, кстати, я не ставил строиться. Тут всего один ресурс. Тут, кстати, надо вот это построить. Генерирование антиматерии еще дополнительно. Ага. Нет, я не буду. Уберем. Так. Боже, ну давай, умри уже, флот, умри. Развейся. Распылись в пространстве. Нет, еще 2, 3, 4 корабля осталось. О. Какая-то система, наверное, я не увижу. Не увижу все-таки ее. И сюда я, наверное, не пролечу. А, нет, пролетает, ладно. Полетели туда тогда. Так.
Тут одна теха уже... Тут надо три техи вот этого уровня открыть с этой стороны и с этой. И тогда я смогу вот эту гений вечных открыть. Плюс 10% на систему и минус 20% на стоимость технологии. Потом, наверное, надо вот достояние вечных. Могущество вечных, наверное, в последнюю очередь буду открывать. Хотя и вот это тоже неплохо. Нет, тут плюс один всего лишь. И 20 поддержки. А тут, извините, плюс 15% от выхлопа. Да, надо будет вот эту потом пытаться открыть. Так, хорошо. А что там насчет чудесной победы? Так, я официально поддерживаю ученых. У меня ученые, религиозники и милитаристы в лидерах. Я вообще... Ноздря, но все-таки ученые побеждают. Ну, очень рядом. Так, научный оракул. Должны захватывать столичную систему. Наверное, следующим ходом будет. Скорее всего. Нет, блин. Этим нападаем. Но это не тот флот, это исследовательский бегемот зачем-то построил. Люмерис. Сейчас он будет уничтожен. Исследовательский, даже не военный. Зачем ему исследовательский? Типа увеличивает приток науки. Отступил. Так. Теперь мы вот этим летим сюда. Сейчас, пойдем. Вот этим мы высадимся. Блин, опять тут дофига войск, да что ж такое? И этим полечу сюда. Отключено питание в Эйре, но я думаю, что мы восстановимся. Стоим. Тут я сейчас тоже и Мекс начну осаждать. Команда защитников, команда восстановителей. Не знаю, кто там побеждает. Надеюсь, это та команда, в которую я вступил. Блин, что-то все опять на флот. Производство я взял. Ну, давайте вместимость, ладно. Так, тут еще есть постройки пустая, но я не могу тут ничего выбрать, потому что выключено. Система. Так, законы надо. Mm.
Давайте, наверное, поубираю пока. Так, ученые. Научный оракул. Ну, вот это мне на самом деле не надо. Потому что мне и так уже... Я до последней стадии достиг, в общем-то. Так, стоимость на улучшение системы. Дальше. 3 очка на движение корабля. Нет, не хочу. Еду тоже не хочу. Урон. Да мне и так нормально, в принципе. Что-нибудь из религиозного. Только ваше начальное население может расти. Нафиг надо. Плюс 2 опыта заход на корабли, плюс 25%. Ну, тоже такое не особо. Минус 15% стоимости на корабли. 50 науки, 50 денег за уничтожение. Я уже там всех уничтожил. 20 за каждую домашнюю систему на системы. Не знаю, что бы это значило. Ну, видимо, на каждую столицу, грубо говоря. На каждую столичную планету плюс 20... Плюс. Не, неинтересно. Поэтому давайте вот эту «Не скучай, поиграй» примем. Дальше. «За деньги мозг не купишь». И... Ну, давайте акт сенатора. Пускай у меня все будет, вот, все в экстазе практически. Отлично. Науки 9000. Где эти пираты, которые тут летают? Когда они прилетят ко мне, чтобы я их мог уничтожить? Числитель пуста, но я не могу здесь. Разве я могу тут поставить что-то в очередь? Не могу, видите? Потому что отключена от сети. Цитадель. А, вот этот круг, это цитадель, вот это. Специализация бегемота такая. Поэтому, наверное, так тяжело там войска действуют. Никак не это. И на Дории поражение. Да блин. Битва. Какие-то пираты прилетели. А все-таки прилетели. Ну тут, как вы понимаете, для них без шансов. Ого. А вот тут уже могут навалять. Хотя нет, не могут. Убедительная победа.
Так, я там исследую, по-моему, чтобы убирать аномалии, да. Да-да-да. Это мне надо. Наверное, стерильную уже улучшим, в саванну ее. Тут. А эту у вас что, тоже можно в саванну? Тут в джунгли. В земного типа. Тут тоже только один, да? Имеет ли смысл? Не, 7 ходов это долговато. Все вот опять в саванну. Какой-то флот прилетел. Да не, Люмерис уже не жильцы, просто это так что-то долго растягивается, так надо при... Нам какой-то, наверное, надо еще открыть корпус для этих... вот эти вот, чтобы улучшить. Это... роль защитник. Эскорт. Не знаю, тут какой-то есть корпус другой. Я так понимаю, продвинутый. Вот это, наверное. Улучшенные классы. Ну, это военные. Не знаю, корпус... Вот тут все... У меня что-то перепутано такое ощущение на русском языке, потому что у меня название корпусов, ну, например, где тут открыты? Эджизри класс, Еранев класс, улучшенный корпус военный Эгизрей, но они тут меня не так называются. Это корвет, по-моему, Эгизрей, это как раз корвет. Так вот как мне, понимаете, вот человек, это я так логически допираю, что это вообще-то, или линкор вообще Эгизрей. Охотник атакующий. Вот тут должны быть названия эти. Не знаю, или это патруля будет. Дайте глянем вообще, как они выглядят. Патруль так. Ну, с полоской внизу, а для патруля с полоской вверху. Тогда это улучшение какого корпуса? Да, это для скаута улучшение корпуса, а не для эскорта. Ну вот новый Шеридин класс. Может, его откроем. Побыстрее. Это новый корпус для привоза юнитов. Все очень долго летают мои вот эти корабли, получается. Три жителя, 25, 32. Так. Аннулирует эффект. Да, ну тут мои два танчика уже все.
На этом наши полномочия все. И на Лира тоже. Так, аномалии. Тут нечего аннулировать. Тут тоже нечего. Тут. Ну, блин. Автономные материалы, автономные материалы. Открыл теху, называется. Нигде невозможно убрать аномалии никакие. А что? Какие же тогда аномалии? Тут все автономные материалы. Где эти автономные материалы, блин? Что ж там за аномалии тогда убираются? Во. Подавление аномалий, эволюция почв, еще червоточины открывает. И мне вот эти надо для Квадриникса открыть. Плюс еще открыть возможность использования орехалка. Блин, столько всего. А это вот инженерик земной коры. Использование орехалка. У меня там есть планеты с ним. Так. Так, следующим ходом, по идее... Оейра вернется к нам. Так, тут мы стоим. Тут мы тоже контролируем. Вот, понимаете, вот этот какой-то флот первой гражданской империи каким-то образом как бы оккупировал эту систему, и я не могу к нему присоединиться оккупации. Не знаю, это и какой-то квестовый флот для Люмерис. Причем. Так, скоро уже 10 тысяч будет. А что там по победам у нас? У нас. По завоеваниям я 6-й. Ну, 12 среди 6, я очень сомневаюсь, что кто-то может победить. По очкам тоже 6. Слушайте, я забыл. По-моему, до 4 уровня надо систему как раз прокачать, чтобы идти. Слушайте, так надо уже, наверное, делать. Давайте что-то так, так. Блин, ну, видимо, надо все-таки так, да. Посмотрим, чего я добываю больше всего. Этот 0, 0, 16 вход, 22 вход, 0. 2,8, но это я долго буду.
А протоорхидеи там еще есть. 6,5 и 4. А тут я протоорхидеи еще захвачу, да? Поэтому. Плюс я еще могу протоорхидеи купить вообще на рынке. Они, по-моему, самые дешевые как раз были, нет? А, уже нет. Нет, были эти. По-моему, багровая специя была дешевой, но я решил уже не покупать. Ладно, давайте сделаем модернизацию до 4 уровня из васильковой плесени, эдемского аромата и протоорхидеи. Надо 125, 120. О, так я уже могу улучшить. Поехали, начнем с Корана. Кораны. 3 хода долго. А, я не хочу операции взлома назначать, надоело, но я не через нее играю, они мне не дают особых каких-то возможностей, ну посадил я вон. Кстати, у меня уже спика, смотрите, под мое влияние попадает. А скоро Гайкон еще попадет, интересно, смогут они ко мне как-то отвалиться? Так, еще один бегемот можно будет построить. И вот этот Шеридин класс. Давайте глянем, что за оно. Сафонов у нас 12. Tell us what you plan. Таркана была взломана. Нет, я не хочу альянс. Ну вот, крейсер вот этот. О! И... Так, а чё, кто быстрее будет? 6 очки движения, 5% уклонения, а тут... Ну да, вот этот побыстрее. Что за уточка? Уменьшает шанс стать целью, ну так. Такое. Это все, мне кажется, нафиг надо. Я вот сюда бы что-нибудь добавил. Ну, пока только такой, но зато летать будет быстрее намного. Все, применяем. Нам надо этих шеридинов настроить. Я так понимаю, что эти ребята апнуться не могут в новый. Это мне надо заново будет строить. Где у нас производство максимальное на Янусе, давайте. Так, у Ейра вернулась. Надо на культуру построить, чтобы тоже распространялось. Кстати, можно и крейсер здесь сделать. А здесь сколько крейсер будет? Нет. Это долго.
героини 30% к науке. Тут 10. О, больше 10 тысяч. Отлично. Так, я думаю, на Янусе две штучки можно отменить. Так. Так. Бегемотик. Еще один можем построить. А, нет, уже максимально. Я вроде считал, что открыл. Ну, ладно. Максимальное, так максимальное. Так, вот это будет сейчас еще минус бегемот для Люмерис. Реальные звездные войны очень долгие. Очень долгое. Ух ты, я чип какой-то получил. Только посмотрите на размер моего флота, почувствуйте мою мощь, посчитайте мои командные пункты. Совсем не клёв, пожалуйста, не приходи к нам. Ах ты гад. Не мне ещё и закрыть... Ну, как бы, я не волнуюсь, и закрытые границы на самом деле. И экономический бегемотик сейчас будет уничтожен еще. У Люмерис. А нет, не уничтожил. Ну, почти. Кстати, встретил ли я всех? Да? Кто с кем в альянс? Значит, альянс Хор Теней и Горацио. Альянс Хоши, Водяны и Сафоны. Так. Дальше альянс вот эти Хранители и... Люмерис. И, наконец, альянс Деревья и... Не помню кто, не помню, Повелители Времени. И Разрушители Ямы. Ну, Разрушители просто не в состоянии ни с кем ни альянс, ни мир заключить. Вот мы такие тут тусим. What are you thinking? А, не, вот еще эти есть. Тоже без альянса. Ну-ка. Свободные условия в отношении... Да, ну нафиг. Это я, видите, могу потребовать, потому что я на них очень сильно давлю, я так понимаю. И, что-то и с деревьями, видимо, что-нибудь могу подобное скоро провернуть. Видите, вот когда пройдет одну отметку. Короче, этих я продаю просто. У меня сейчас новые будут корабли. Блин, тут еще 5 эскорта летит. Но эти полностью загружены, их уже надо довести. 11 ходов, а сюда 10. Давайте сюда. Ну это, конечно, все долго очень летает. А вот и орехалки. Сейчас начну добывать. А, нет, не сейчас еще. Блин, надо смотреть. Аномалии надо
аномалиями заняться. Я ж их... Все, теперь я еще и рехалк добываю. У меня вообще до хрена ресурсов на самом деле. Мне их надо как-то использовать. Мне оружие бы открыть более мощное. Так, планетарная специализация, во-первых. Во-вторых, у нас вот рехалк теперь добывается. Так, 30 науки. Либо почтить память, либо отказаться. Я бы почтил память, честно говоря. Потому что 30 науки на систему, это не так много. Это будет 300. А у меня 10 тысяч. То есть 300 это 3%. С другой стороны, мне что-то не хочется религиозников. Ладно, давайте. Не хочу... Так, пройдемся по аномалиям. О, наконец-то. Так, что тут за аномалия? Да, это я хочу убрать. И это я хочу убрать. Все фиговые аномалии мы сейчас... Они не фиговые, они, видите, тут как бы пополам оно и хорошее, и плохое дает, но, блин. Мне оно большей частью не нравится. Вот, вот это вообще просто плохая аномалия. Аномалии обработал. Да, блин, опять какой-то флот. Сколько можно? Какие-то деньги мне привозят. Так, там крейсеры строю. Что мы тут добавим? И надо ли вообще что-то добавлять? Плюс 2 культуры. То есть это будет плюс 64 культуры. Да, честно говоря, уже не особо надо. Может, здесь еще парочку крейсеров. Чисто вот если за один ход оно построится, видите. Терраформируем.
блин, культуры уже дофига. Куда ее девать? Так, плюс 40. Плюс 40. Давайте глянем, где у нас дофига науки. Тут я точно уже построил эту штуку. Тут, по-моему, тоже. Вот тут институт нужен. Ну и на этом закончу уже серию. Долго длятся серии, я согласен. Длительные ходы происходят, но это уже лейт. И, кстати, интересно играть, в отличие от Цивы, в лейте, согласитесь. Нету какого-то вот ощущения... Блин, это, по-моему, милитаристы сейчас победят. Не, ученые, слава богу. Так вообще, ровненько идут все партии. Довольно близко. Себя ученых не поддерживал... Любую другую фракцию бы поддержала, она бы победила. Очевидно. То есть тут вообще непонятно еще, кто победил ли я вообще. Но я против альянсов, с другой стороны. Ведь они тут объединились в альянсы. Это как мне в Циве писали. Играй сразу против команд компьютера, а не... за каждого по отдельности. В общем, на этом серия заканчивается. Напоминаю, что спонсоры канала продолжение всех пиратов уничтожили. Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!